Но следующий бой пройдет в весе до 70 килограмм. Дамы и господа, встречайте, в синий угол октагона приглашается боец, представляющий Россию, Магомед Алиев. Его соперник в красном углу октагона, также из России, Резуан Кадзоков. Итак, статистика на ваших экранах. Чеченская. Ага, отлично. Представитель дагестанского народа встречается с представителем чеченского народа. Ну, если я не ошибаюсь, пишет адыги, вайнахская. Ну, в принципе, это не столь важно. Самое главное — уважение. И, в принципе, вот с этого начинает бойцы. Отличный лоу-кик. Немножко крупнее выглядит Магомед со стороны. И выше он своего оппонента. Да, очень хорошо работает ногами Магомед. Удар у него так амплитуднее, чем у Резуана. Резуану нужно будет подбирать, сокращать дистанцию, потому что, в принципе, на расстоянии, мне кажется, Магомед перебьет его. Тем более, как мы с вами видели, Магомед является представителем Китек. А Китек славится своим боксом и кикбоксингом, поэтому стоит ли Резуану работать именно на такой дистанции, удобной для Магомеда, очень может быть опрометчиво. Да, пока Магомед особо не выбрасывает ударов ногами. Вот первая пошла двоечка. Хорошая атака в исполнении Магомеда. Отличные хлесткие лоу-кики. Да, сразу видно, что поставленный у него удар. Раздергивает своего оппонента. Ну а Резуан постоянно пытается уйти под линии обстрела. И вот заряжается на удар и дает знать своему оппоненту, что будет проводиться атаку Резуан. Это не является плюсом для него. И выжидает у клетки атаку своего соперника. Дергает Магомед, пытался поработать по корпусу и... Показывает, что попал ниже, но рефери все видит. Ой-ой-ой, хороший хай-кик. Очень удары, как мне кажется. Попадает, но... Честно говоря, я думаю, что очень вот опасно для Резуана может закончиться эти противостояния, потому что мы видим то, что в стойке очень сильно превосходит его Магомед, как и на руках, так и на ногах. И главное, чтобы это не закончилось какой-нибудь травмой. Потому что, как по мне, так на две головы выше Магомед своего оппонента. Да, проходит его удары и пытается оказать сопротивление, отвечать Резуан. Идет опрометчиво вперед, но джебом атакивает своего соперника. И опять еще одна двоечка. Да, Резуан стоит уже подобрать кое-какие ключи к технике ведения боя своего соперника. Пока он только уходит из-под обстрела, и в принципе это не очень хорошо у него получается, потому что через раз Магомед попадает по нему. Да, еще один хороший хай-кик через защиту все-таки проходит. Что-то с глазом у Резуана. И это после первого хай-кика, который очень хлестко сильно попал по нему. Сейчас вот, конечно, проходит двоечка. Слишком опытнее Магомед своего оппонента. В плане стойки мы видим, это действительно школа кикбоксинга очень сильная у Магомеда. Да, и Резуан не решается начинать атаку, да, скорее всего, из-за этого ждет. И очень зря. Да. Нужно пытаться что-то делать, там, хотя бы переводить борьбу, и все. Я опустил Магомеда уже полностью руки, он... Да, и Магомед видит, сам, да, наверное, не решается добивать своего соперника. Да, он работает, да, события, он... спокойно работает и выискивает. Работает на контратаках тоже. Да, ну, вот как сейчас, по мне, мне кажется, Магомед вообще полностью поверил в себя, потому что отпустил руки. И идет уже так, понимает то, что дело времени. Да, чувствует преимущество он. Очень, очень хорошо. Ой-ой-ой-ой. Очень хорошее попадание, мне кажется, потрясло. Да, потрясло и показал Резуана, это даже, да, Резуан. И видим на лице. Да, обескураживающая позиция у него. Да. Если сейчас Магомед пойдет на добивание, мне кажется, там уже Резуан идет в глухую защиту, и все, этот бой остановится. Да, и ну посмотрим, как закончится этот раунд, но пока что, возможно, и не дойдет до второго. Еще один хороший удар оверхенда. Ну и секундантам Резуану тоже нужно подумать, если это дело дойдет до, да,
до второго раунда? Ну, до крови уже дошло. Имеет ли смысл продолжать эту встречу? Да, полностью согласен. Да, уж слишком превосходит своего оппонента Магомед. Да, он уже работает сериями, ему он комфортно себя чувствует и... Да. Ни одну атаку еще в исполнении Резуана мы не видели, которая бы добилась какого-то малейшего успеха, пока только все его действия пресекаются, и он находится только пока в защите, только защищается от обороны, двигается. Хороший удар в корпус, и почувствовал он это. Да, все это. Отличная победа Магомеда, отличная победа Магомеда. Действительно, да. Вот посмотрите на... По лицу можно понять, и хорошо, что именно вот так все и закончилось. Да, согласен, как раз тоже хотел сказать, что хорошо, что так закончилось. Для Резуана, потому что, ну, действительно, не имеет никакого смысла выходить на кикбоксерский поединок с профессиональным кикбоксером. Вот, нужно было, конечно, пытаться переводить на настил, но, может быть, у Резуана были какие-то свои видения на этот бой, но сейчас, конечно, мы пожелаем только здоровья. Одержал победу Алиев Магомед. Алиев Магомед, наше поздравление.